Челябинске задержали наркокурьера. При себе у мужчины нашли почти килограмм героина. Это оперативное видео. Мужчину остановили для обычного досмотра, но во время обыска он неожиданно стал нервничать. Вот туда встань, туда повернись. Все, стой там. У водителя обнаружили наркотическое вещество. Оно было компактно спрятано в пачку литрового сока. Уроженец Республики Таджикистан, 1990 года рождения, временно проживающий в Екатеринбурге, находился на территории Российской Федерации легально, подрабатывая неофициальными услугами по ремонту квартир. Полицейским установлено, что мужчина привозил из другого региона героин и затем размещал в тайниках, так называемых закладках, на территории Челябинской и соседних областей. Оказалось, что в момент задержания мужчина как раз ехал на встречу, чтобы сбыть наркотик, но сделку сорвали оперативники. Задержанный признался, что вещество разбавляли различными ингредиентами, чтобы увеличить объем в 6 раз. Возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.